Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – форма и размеры Земли, географическая карта. На уроке мы узнаем размеры и формы Земли, понятия экватор, тропики, полярные круги. Узнаем, что такое географическая карта, какие существуют виды карт и их значения. А сейчас, ребята, давайте проведем небольшой тест, вспомним те знания, которые мы с вами получили на предыдущих уроках. Слово «география» в переводе с греческого означает «изучение Земли», «описание Земли», «использование Земли». Описание Земли. Кто первым сравнительно точно вычислил длину экватора и размеры земного шара, а также ввел термин «география»? Птолемей, Геродот, Эратосфен. Эратосфен. Кто первым привел доказательства шарообразности Земли? Геродот, Аристотель, Эратосфен. Аристотель. Кто совершил первое кругосветное плавание? Христофор Колумб, Фернан Магеллан, Васко да Гама. Фернан Магеллан. Кто открыл Антарктиду в 1820 году? Беллинсгаузен и Лазарев, Крузенштейн и Лисянский, Джеймс Кук. Беллинсгаузен и Лазарев. Какой из масштабов самый крупный? 1:5000, 1:2000, 1:250. 1:250. Как называется угол между направлением на север и направлением на какой-либо предмет? Азимут, масштаб, экватор. Азимут. Предметы местности на плане местности изображают условными знаками, точками, просто линиями. Условными знаками. Способ съемки, применяемый для небольшого участка, который проводится из одной точки, называют маршрутный, полярный, аэрокосмический. Полярный. Как называется величина, которая показывает, во сколько раз расстояние на плане меньше, чем на местности? Масштабом, легендой карты, условными знаками. Масштабом. Ребята, вы знаете, что Солнце и планеты Солнечной системы имеют форму шара? Солнце, Меркурий, Венера и третья планета Солнечной системы – наша планета Земля. Шарообразность Земли доказана давно. Сейчас это подтверждают космические снимки. В связи с развитием знаний о природе Земли, представление о ее форме продолжали совершенствоваться. Было доказано, что Земля не идеальный шар, несмотря на то, что часто можно услышать утверждение, что Земля имеет форму эллипса, скорее будет верно утверждение, что она имеет форму геоида. Поверхность геоида, приблизительно совпадающая со средним уровнем вод Мирового океана в спокойном состоянии и условно продолжается под материками. Ребята, велика ли наша планета Земля? Человек, находясь на поверхности Земли, видит лишь небольшой участок земной поверхности – несколько квадратных километров. Известно, что поверхность Земли составляет более 510 миллионов квадратных километров. Самая длинная окружность Земли – экватор. Длина экватора составляет около 40 тысяч километров. Для того, чтобы проехать это расстояние на пассажирском поезде, потребовалось бы около месяца, а пройти пешком – примерно 3 года. Экватор – воображаемая линия, проходящая посередине Земли, которая делит Землю на два полушария – северное и южное. Экваториальный радиус или расстояние от центра Земли до экватора составляет 6378 километров. Полярный радиус или расстояние от центра до полюсов северного и южного меньше на 22 километра и равно 6356 километров. Герои
из мультсериала «Вокруг света» за 80 дней попробовали совершить кругосветное путешествие. Этот австралийский телевизионный мультсериал был создан в 1972 году по мотивам романа Жюля Верна. Чтобы выиграть пари, находчивый Филиас Фок и его верный слуга, француз Жан Паспарто, отправляются в кругосветное путешествие. Ребята, как вы думаете, получится ли у героев совершить кругосветное путешествие? Да, ведь наша Земля имеет шарообразную форму, или, как мы уже с вами знаем, геоид. Подробности вы можете узнать в книге или посмотреть мультсериал. Чтобы определить самые главные особенности Земли в целом, попробуем посмотреть на нее со стороны. В этом нам поможет ответ загадки. На ноге стоит одной, крутит, вертит головой, нам показывает страны, реки, горы, океаны. Я уверена, вы догадались все. Это глобус. Глобус – уменьшенная трехгранная модель Земли, на которой можно увидеть точное расположение и очертания материков и океанов. Он показывает не только форму Земли, но и наклон земной оси к плоскости вращения планеты вокруг Солнца. И он равен 66,5 градуса. И что Земля вращается вокруг своей оси. Глобус был создан еще в глубокой древности. У античных писателей можно найти упоминания о Кратосе, который предположительно создал первый земной глобус. Изготовлен он был около 150 года до нашей эры Кратотом или Кратесом Мальским, жившим в Пергаме. В это можно поверить. Пифагор за несколько столетий до этого изобретения пришел к выводу, что Земля круглая. Позже и Аристотель подтвердил эту теорию своими астрономическими открытиями. Но все же самым древним, дошедшим до наших времен глобусом, является земное яблоко, которое создал немецкий географ Мартин Бихайм в 1492 году. Земное яблоко – это настоящая достопримечательность, которую можно увидеть сегодня в Национальном музее Нюрнберге. Его диаметр составляет 0,54 метра. Ребята, вы наверняка знаете о том, что существует большое разнообразие глобусов, но мы с вами рассмотрим знаменитые глобусы. В Нью-Йорке на Всемирной выставке в 1964 году демонстрировался самый большой в мире глобус – унисфера. Общая масса составляет около 400 тонн, высота – почти 43 метра, ширина – 36,6 метра. Самая большая в мире вращающаяся модель Земли расположена в офисе компании DeLorme, которая занимается выпуском картографической продукции. Уникальный глобус находится в городе Ярмут, США. Вес Эрте 2,5 тонны, а 1 миллиметр на его поверхности соответствует километру на Земле. Самый большой глобус в Европе расположен в Смоленской области, недалеко от города Дорогобужа. Диаметр глобуса 10,5 метров, высота 12 метров, а вес около 12 тонн. Большой Гатторпский глобус и одновременно планетарий диаметром более 3 метров на деревянной платформе. Автор Адам Алиарий, немецкий путешественник и географ. Эта модель мира, известная также как Большой академический глобус, находится в Санкт-Петербурге. В Японии создали глобус из органических светодиодов. Он показывает реальное изображение Земли из космоса при помощи метеоспутников и находится в Национальном музее науки. Глобус Мепариум представляет собой высокий трехэтажный шар, выполненный из цветного стекла, показывает политическую карту, расположен в Бостоне, США. Музей глобусов – единственное в мире публичное собрание глобусов, которое существует с 1956 года.
уникальный музей, представляющий самое большое собрание разнообразных экспонатов глобусов, находится в столице Австрии, в Вене, и расположен в Национальной библиотеке. Наиболее распространенный – физический глобус. Просматривая такой глобус, можно увидеть расположение материков, рек, озер, гор, океанов и других объектов физического плана. В ряде случаев на поверхность наносятся названия крупных городов и столиц. Он дает четкое представление не только о местоположении материков и океанов, но и о строении поверхности Земли. Политический глобус показывает политическое устройство. На нем указаны границы стран, столицы, города, важные морские и сухопутные пути, также многое другое. Для удобства просмотра страны выкрашены в разные цветовые оттенки. Ребята, кроме экватора, на глобусе есть еще очень важные линии – тропики, полярные круги и, конечно же, полюса. Географические полюса – это точки пересечения воображаемой земной оси с поверхностью Земли. Географических полюсов два – северный и южный. Северный расположен в Северно-Ледовитом океане, а южный – в Антарктиде. Северный полюс – удивительное место. Здесь нет четырех сторон света. Куда ни повернись, везде юг, и все ветры дуют туда. Здесь вместе с суточным вращением Земли никогда не восходят и не заходят звезды, а полярная звезда навечно застыла в зените. Полюс – это точка пересечения оси вращения Земли с ее поверхностью в северном полушарии. В настоящее время ось отклонена от вертикали на угол 23 градуса 27 угловых минут. Именно из-за этого происходит смена времен года. Земля имеет шарообразную форму и постоянный угол наклона оси к плоскости орбиты. Поэтому солнечные лучи освещают различные участки планеты под разными углами. На экваторе в определенные дни солнечные лучи падают в полдень под прямым углом. Солнце находится в зените. У полюсов солнечные лучи падают под острым углом, скользят по поверхности. Тропики – воображаемые окружности на поверхности Земли, где солнечные лучи один раз в год в полдень падают под прямым углом. Северный тропик расположен к северу от экватора, южный тропик расположен к югу от экватора. Между тропиками Солнце в зените бывает дважды в год. Между тропиками и полюсами Солнце никогда не бывает в зените. Полярные круги – это воображаемые окружности на поверхности Земли, выше которых, то есть дальше от экватора, бывают полярный день и полярная ночь. Полярная ночь – период, когда Солнце более суток не появляется из-за горизонта. Самая длинная ночь наблюдается на Южном полюсе – чуть менее 6 месяцев. Полярный день – период, когда Солнце не заходит за горизонт больше одних суток. Самый долгий полярный день наблюдается на полюсах – более 6 месяцев. На Северном полюсе это примерно 190 дней – с 19 марта по 25 сентября. На Южном – 184 дня – с 21 сентября по 23 марта. Thank you.
Кроме глобуса и планов для изображения земной поверхности, что используют? Отгадайте. Я ходил по разным странам, плыл по рекам, океанам, по пустыне шел отважно, на одном листе бумажном. Это географическая карта. Географическая карта – это уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости с помощью условных знаков. На карте, в отличие от плана, можно увидеть всю земную поверхность или ее большие части. Кроме того, у географических карт мелкий масштаб, так как изображение огромных территорий приходится уменьшать в большое количество раз, чтобы все поместить на лист бумаги. Географические карты бывают совершенно разными. Например, географические карты, на которых изображают природные объекты, горы, моря, равнины, материки, называют физическими картами. Их большое разнообразие. Есть физическая карта полушарий. На поверхности этой карты мы можем увидеть всю Землю, только в двух полушариях – в западном и восточном. Масштаб такой карты очень мелкий. Информация неподробна, но при этом мы четко видим очертания материков, океанов. Карты, на которых изображены страны, их границы и столицы, называют политическими. Есть карты, на которых изображена только одна страна, например, физическая карта Кыргызстана. Масштаб этой карты крупнее. Мы можем получить более подробную информацию, прочитать названия рек, хребтов, долин, высоты отдельных вершин и многое другое. Карты имеют важные отличия от планов. Эти отличия обусловлены несколькими причинами. Во-первых, на картах изображают разные по размерам территории, от небольших участков до всего земного шара. Поэтому у карт очень разный масштаб. Во-вторых, на картах не показывают все детали местности, а только те объекты и явления, которые важны для конкретной темы карты. В-третьих, для создания карт приходится применять разные способы изображения объектов, свойства объектов, процессов и явлений. Ребята, в процессе учебы и в дальнейшем в жизни вы встретитесь с большим разнообразием карт. Чтобы правильно их использовать в качестве важнейшего источника географической информации, надо знать, на какие группы делятся карты. Карты по обхвату территории бывают мировые и полушарий, материков, океанов, государств и их частей. На физических картах восточного и западного полушарий можно сразу увидеть всю поверхность Земли, что нельзя сделать на глобусе. Земная поверхность изображена обобщенно, со значительными искажениями очертаний материков, океанов, островов и других географических объектов. Для более подробного изучения природных условий используют карту материков и их частей в более крупном масштабе. На прошлых уроках мы рассматривали с вами, что карты делятся по масштабу. Давайте их вспомним. От охвата территории в значительной степени зависит масштаб карты. Мелкомасштабные построены в масштабах мельче 1 к миллионному. Среднемасштабные имеют масштаб от 1 к 200 тысячам и до 1 к 1 миллиону включительно. И крупномасштабные карты построены в масштабах 1 к 200 тысячам и крупнее. Все карты учебника и многие карты атласа мелкомасштабные. По содержанию они делятся общегеографические и тематические. К общегеографическим картам, например, относятся физические карты, которые отображают основные элементы территории – горы, равнины, реки, озера и многое другое. На тематических картах изображают один или два компонента природы. Например, климат, почва,
природные зоны, страны. Содержание тематических карт определяется темой, которой они посвящены. Есть еще особый вид карт – это контурные карты. На этой карте обозначены лишь границы географических объектов, линия рек, очертания материков и озер, но нет названия, цвета и других объектов. На контурных картах вам надо самостоятельно отмечать изучаемые географические объекты, соблюдая точность и аккуратность, как на напечатанных географических картах. А вы знаете, что такое атлас? Атлас – это сборник карт, таблиц, специальных рисунков с краткими пояснениями к ним. На самом деле существует множество атласов, например, Солнечной системы или спутников Земли, растительного или животного мира, анатомический атлас или атлас истории Отечества. На протяжении многих веков атласы представляли собой книгу, но сегодня довольно часто атласы встречаются в электронном виде. Ребята, можно ли читать карту и как это сделать? Можно с помощью условных знаков. На географических картах условные знаки по сравнению с планами местности более разнообразные. Есть одинаковые знаки и на планах, и на географических картах. Например, обозначение озер, морей, болот, песков. Есть знаки, которые имеют один цвет, но имеют разное значение. Например, на плане зеленым цветом обозначают леса, а на карте обозначают низкие территории или равнины. На географических картах широко используют такой условный знак, как линии, соединяющие, например, точки с одинаковой высотой или глубиной, температурой воздуха, соленостью воды. Еще один важный условный знак – стрелки. Они показывают направление перемещения объектов или явлений, морских течений, маршрутов путешествий. Ребята, а вы знаете, как правильно нужно показывать объекты на географической карте? У карты необходимо стоять справа, не закрывать собой то, что показываешь на карте. Показывать только указкой. Показывать не надпись, а сам объект. Показывать аккуратно и точно. Название произносить четко. Какое значение имеют географические карты? Карта – это важнейший источник географической информации. Она наглядна, позволяет изучать взаимосвязи между объектами природы, планировать и прогнозировать многие явления и процессы. Карты нужны метеорологам, космонавтам, морякам, летчикам и многим другим. Карты широко используются при проектировании и строительстве различных сооружений, разработке полезных ископаемых, организации промышленного и сельскохозяйственного производства, охраны окружающей среды. Есть и карты, предназначенные для туризма. Особое значение приобретают карты в научных исследованиях и в военном деле. Итак, ребята, давайте закрепим пройденный материал. Что изображено под цифрами? Проверим. Под цифрой 1 – экватор. Под цифрой 2 – Северный полюс. Под цифрой 3 – Южный полюс. Под цифрой 4 – Северный тропик. 5 – Южный тропик. 6 – Северный полярный круг. 7 – Южный полярный круг. Задание 2. Определите тематическую карту. Климатическая карта Евразии. На этом наш урок окончен. Всего доброго. До свидания, ребята.